Рыжий! Рыжий! Рыжий здесь? Ага! Вот она, природа! Лесная наша! Все, нахуй! Купаться, пойдем! Танюшка! Здравствуйте, Таня! Привет! Как у вас дела? Ребят, всем привет! Мне прислал подписчик из Мурманской области Серега. Серега, спасибо огромное, посылочку, ребят. А что посылочка, мы сейчас посмотрим. Да я-то знаю, он мне писал, ребят. Ребят, ссылочки будут в описании. Кто захочет подарочек кому-то там сделать. Ну, мужу, жене, ребят. Все ссылочки будут в описании там. Ребят, смотрите, какая красота. Это, понимаю, Павлу Васильевичу подарочек. Опачки. Опа, ребят, кожа, рожа. Ребят, ну под документы, тут под карточки, под права. Так буду бомжиком, ребят, видите. Павел Васильевич. Башкиров Павел Васильевич. Бомжиком буду к ним ездить, ребят, с ним ездить. Так что, ребят, ссылочки все в описании там будут. Проходите, подписывайтесь, заказывайте, ребят. Вот смотрите, любимой админушке, ребят, не знаю, видно, не видно вам. Для паспорта, видите, Ольга. Ребят, смотрите, какая красота. Спасибо огромное, Серега, спасибо огромное от души, ребят. Каналчик, он там показывает, как у него канал есть, у него, как он это все делает, ребят. Подписывайтесь на канал, и он, и пальцы кверху, ребят. Ну и все, а мы пошли на их видео. Нет, ждут, наверное. Есть кто дома? Никого. Здорово. Дома. Привет. Хочешь, даем, что ли? Да. А где ваш? Уехал в город вчера, все, и не вернулся. Все, да? Ну, я же не поехал, я температура до сих пор. Что, простылся? Едем, ну, приеду. Че, где, где, зла? Я думаю, слабее там. Опа, на рыжий пришел, на. Нет он. Ну, вот Светка поцеловала, видишь, говорит, да. Я тоже обалдела. Обалдела его таким увидеть. Тебя вообще голову мыло? Да. А где ты воду взял? Где воду взял? А собака где у вас? Убежал. Вчера уехал. Здесь? Или вот здесь? Здесь? Радио взял. Ну, тоже дать. Убежала? Два дня не было? А я там для собаки косточки привезу. Ну, так-то. Ради он нахуй его не нужен. Нет, зачем? Это за часть, это не, ну он должен вернуться, он же знает прекрасно, как бы. Да может его съели. Вы что, не прибрались такие? Прибрали себе. Но. Бульдога нету нахуй. То бульдога нет, то рыжика нет, ага. Они меняются. Где пепельница? У вас-то будем повезти. Свет. Кисана серьезно, возьми кисан. Вон там у нас стоит. Че, водочка, там стоит, что, не пейте? Больше не пейте? Свет! Пойдем. Света! Купаться, говорю, пойдем. Ну что, блядь, рыжий купаться, блядь, пойдем, нет, блядь. Купаться, пойдем. И еще там живем. Почитай здесь. Как раз так, пойдем купаться. А этот что этот, это ваш, Паша, хуеполет. Он ушел радио, взял вчера у меня, говорит, я говорю, приеду сдам, говорит, и приеду. Ну и старый, все, говорит, понимаете, это, зачет, ну, на части на это. Свет, все. Идем, че зеленый. Все культурно. И на час, говорит, приеду. У тебя кроссовки что новые, что какие-то, блядь, нихуя. Что, на бульоне? Нихуя, если бы приоделся, Светка, что, блядь, прикупил, наверное. Не знаю. Нихуя. И меня не утюг делать, пошел в узнике, почему я заболел? За дом. Подержи пока, говорю, подержи. Стопочки. Да ну чего? Ну, блин. Куда она делась-то, конечно? Ну что, рыжий, слышишь, бульдог что сказал? Бульдог говорит, что ты, блядь, Светку приревновал киси, вы из-за этого поругались, что ли? Да, Светка? Да ну нахуй. Ну, что он тебя раньше любил, блядь, а увидел с кисой, расстроился, говорит, нахуй. Не, ну то, что раньше. Раньше любил? Сейчас он. А ты что, где воду грела? А, бежит вода? Из батареи, что ли? Как она, блядь, хуй промоешь или нет? Че, водки-то хоть накатим, нет? Водки, конечно, будем. У пустого стола, водки, что ли, сидеть? Что это такой магазин?
Это косметичка, блядь, ёпсы, духи, блядь, все. Ну хватит, чего? Жопа там все будет. Ревнивец какой, блядь. О-о-о, а там уже это самое, слушай. Да, блядь, да, держи. Че, замок там амбарный повесил. Так, тебе надо? Да я... Не-не-не, пока. Амбарный замок повесила. Да? О, блядь, на меня. Ладно, тебе бесплатно, это только по полтиннику. Вот так, однако. Так, сейчас, тихо, не молчай. В доме должен быть смех. Я из дома был. Да. Что, бульдог? Ну, что, сейчас поедем до сюда, что будет. Опа, нихуя прокинул, даже будь здоров, нахуй. Это нормально едет. Катер, катит, нормально. Ты когда, Серега, будешь стахандром делать-то? О, блин. Давай, давай его нахуй. Веник, веник, нахуй, нахуй. Шпилить, что ли, блядь? А? Бомка приехал, Таньку шпилить. Но Танька приехал, но хочет впилить тебя на трахадроме. Веником нахуй. Так может, строечку. Строечку? Танька уже строечку хочет, блядь. Танька сначала не хотела, а сейчас уже хочет, нахуй, троечку. Да ну, ну что? Да ну, ляжку-то можно трогать. Да ляжку-то можно. Блядь. Чё, ляжки-то нихуя не умыть. Это комбок все ниже, как драгодома, что ли? А? Да ну их нахуй, блядь, там. Там мужики же, там же мужики. Один встать не может. Этот, и батьки очень нехуй не их. Не расширяют. Че, письку должен. Вовка от всех, блядь, там. Да. Ну что? Террорист, нахуй, ебать, блядь. Там есть морсик или что-нибудь такое? Морсик? Да чистый пей, блядь. Нахуй, выпусти, но свет. Че, как соседи? Ничего? Нормально соседи? Нормально. Соседи не ругаются? Нет. Они рады, наверное, да, хоть сейчас? Сереженька, что ли, стала, да? Свет в руке делали. Серега, свет в руке делали. Вот тут ждали, видишь, сегодня. Вот тут ждали. Бульдог цешку продал? Нет. А где она? Если мне сказали, что у ее нет. Не у него она. А ты себе по что врешь, что я уже знаю, что блядь, он продал ее. Ну, ранее вчера у него еще была. Все рыжие будем, я тоже в рыжую покрашу. Все рыжие будем. Вчера еще была у нее. Мама. Цешка-то у нее. Мама. Да? Он, наверное, с ней постоянно. Вот и что. Я говорю, что будет на помойке. Ну да, он же любит, он сказал, никуда не денет. Да не. Кого? Цешку. Цешку. Он сказал, с ней не расстанется никогда. Ты говоришь, сестра ты с ней, вы что? Тебе цешку подарили. Ну смотри, с этим. Вот. А это прям-то. Собака или? Нет, она уже выехала, уж такой, еще и два дня уже нету. Съели нам. Съели по-любому нам все. Соседние будете кормить тогда. Пашку откормил, нахуй, Пашка откормил ее, блядь, они ее съели, нахуй. Ребята, вот так вот нельзя было рыжика кормить. Рыжика не надо, блядь. Какая, блядь? Съели, так только поесть еще будет. Ты так же рукой, ты, блядь. Съели, блядь. Блядь, людоедно. Сейчас Серега приревнует нахуй. Деревянная лопатка его, блядь. Ревность это плохое чувство. Опачки, Танька уже ревнуть начинает, блядь. Короче, одни ревности на. Кого? Он щупал ее, блядь. Он щупал ее, блядь, да? Нет, я просто чую. А как коснулась дела, блядь, к этому, нахуй, так она нихуя не... Смотрите, что, нихуя такой, выбирайте, подеритесь, блядь. За меня, блядь. Блядь, я блядь, террорист, блядь. Ай, нет. Вовка, ты куда дел-то с Ваки-то, пакет-то? Ну, приблизительно, по-моему, покормите ее там. А, вон он стоит, наверное, да? Или это делается? Теперь, ребята, рыжику. Ты розовый это куда, блядь, положил-то? Сереж, там посмотри этот пакет. Вот там. Он розовый пакетик. А, вон, все, посмотри. А, сюда. Вот, свет. Это вот, ну. Малыш, малыш придет. Он по-любому придет. Малыш. Сейчас он отдерет пол поселка тут. Ну, может, он так он должен прийти.
Придет, конечно. У него было же такое, утром мы уезжаем, он ушел гулять. И чем прибегает? Видимо, с ноги посерзал. Хотел суп харчо варить. Пока еще не варили вот это. Сейчас Сега не варил. Скипятил чайник это. На он тебе гавану вон такую вон. Видишь, подписчики какие мне гавану подогнали. Дай Сеге покурить, надо. Я ее только в курятилке крутить. Крутилки крутить. Куда это? В какие крутилки? Крутилки. Крутилки. Да попробуйте все что-то. Ну да такая. Попробуй. Потом. Ни хрена с тобой не сломаешь. Через телевизор, скажи, закурили. Давай. Слышь, Сега. Со Светкой раз живешь, давай банкуй, ты хозяин дома. Только чё ты, блядь, не мужик, что ли, ебучий колючий? Ебучий колючий. Словечки ты у него, а? Нормальные у меня слова. Поймёт с полуслова. Борзянка, да? Рыжий. Борзянка дает до себе знать, нахуй. Бессмертная вода, Кощей, блядь, бессмертная. Чего тут у меня шипаш, нахуй? Шипаш, это не шипаш. Вот и год, поди! Рыжий, сам постригся, что ли, блядь? Смотри, Мария заходит. Опа, водочка, блядь, и все. А что с головкой-то, блядь, где стукнулся? Что у него там, да, смотри, кровь? Бетон убьет, блядь. Бетон поднялся, нахуй, да? Поднялся ты или бетон? Не, он так чух, и он так чух, и чух, и чух, и чух, и он так чух. А ты не белка посетила? Не, белки у меня еще не было. Не, барышня посещает все равно. Во сне. Во сне. Королева. Королева. Я королеву себе ебал. Опа, тут Танюшка, хопа. Опчик, не бегал. Я такую не ебал. Я у нее весь... Письку платье разодрал вот так. Есть письку и... не взял. Писька. Я понял, что лучше надо троить. Сега, слышь, у нее писька, короче, знаешь, такая красивая такая, нежная. Сега, ну-ка расскажи, как она. Мягенькая такая, нежная. Нырял туда, нахуй, нырял туда. И письку туда сувал в нее. Сунул, и нахуй сон оборвался. Сука. Не дал поебать, сука. Сам хочу. Собаки нахуй, блядь, давай бегать тут какие-то, блядь, кошки, блядь, собаки. Ебать их, блядь. Сука, не дали мне поебать, нахуй, королеву. Там и там служанку вроде бы, как и конюха. Да там служанка, нахуй, я ее нахуй тоже раздел. Нянечка. Нянечку за титечку. Няньку, нахуй, блядь, разорвал все белье на ней. Бля. Да. Танька, вот мне бы такого, да? Разорвался белье, да? Разорвался белье. Ногтем сади, поди своим. Коронным, как ногтями схватил, нахуй. Раз, причем прижал, эй. И нахуй сон оборвался. Почему на самом таком интересном? Это вопрос. Вот бульдог наша штука, да? Бульдог, блядь, сказал в воскресенье, нахуй. И че вопрос? Я сказал, что я на час туда уеду, говорит. На час уедет? Да. Хуя, он, сколько сюда билет стоит? 18? А, нет, 18 рублей. Да, час сюда 36 рублей, блядь. Шкалик спирта нахуй прокатает, блядь. Счастье. Ну, это вот так. Ну, пошли, давай, я тебе пузырёк сейчас дам, да, мы поедем тогда, хули. Утром-то я уезжаю, это. Хочу, блядь, пошли. Чё, давай спичек-то мне. Пошли на улицу, блядь, сейчас дадим спичек. Ой, что закурили, нахуй, ребят, пойдем. Чё, ребят, сегодня девушки не было, которая это, нахуй. Пойдем. Что, сегодня дедушки не было? Я уж соскучился по дедушке. Давай, ребята. Что, собаки? Я ж тебя кормил, блядь. А ты меня лаешь, ты что? Собака. Собака лаяла на дядю Пашу. О, ребятушки, я забыл тут. Киса, тут, блядь, Светки, Рима Кожевникова, дубленочку подогнала. Это вам пузыречек. Так, подожди, вот надо дубленочку. На, разбери, это Рима Кожевникова. Так, там еще что-то, они... Опа! Да, конечно, Светки, что? Так, тут, смотри, сапоги. Сапоги кожаные, пускай носит нахуй. Тут что-то она еще кофточка есть, что это было? Кофточку.
А, вот сигареты и парики. Рима, кажи. Нет. Пускай говорит, покурит духи. Сега. Носочки. Ну вот она еще и лак тут дала. Это все сетки. Так, а мешочек это я заберу. Так, смотри, Сега, это бульдога встретишь? Это бульдога, да, она бульдога связала. Рима, спасибо огромное. Таня, смотри, смотри на бульдога. Связанного нахуй. Спасибо, скажи ему на камеру. Рима, скажи спасибо огромное Кожевникова. Киса, спасибо, скажи ему на камеру. Рима, скажи. Рима, спасибо огромное. Рима, спасибо огромное. Кстати, да. Похож на бульдога? Да. Папа, повешать, не потеряй его, блядь. Ну что, поехали? Смотри. Ну что, кишка, в воскресенье приедем, нахуй. Ну? Жрать хочется. Где? Ну иди сюда. А? Нет денег на дорогу. Я же дал за 300 рублей, дал. Че? Нет, что дал, где за мной? Дубленку неси, носочки. Ну там по десятке уезжаю, вижу, что это на финансовую сумму. А, десятки? Ну все, 300 рублей дал, он ходит. 300 рублей на дорогу, все купил. Все, сигарет там есть, там, пожалуйста. Что, Даня, забираем, все. Ну забирай, так, Гиза, давай, все. Да, приедь сегодня, так я ему выскажу, что ничего. Да, скажи, если здесь еще воскресенье лежать не будет, вообще я ему скажи. На сухой паёк посажу, нахуй, вообще ничего не будет получать. Ну все, Гиза, давай, пока. Рыжик. Че он? Он меня прощает? Сука, блядь. Ты же мужик ее. О, блядь, какой нахуй рыжий мужик. А ты лезешь к ее. Да, а ты лезешь, блядь, к ее женщине, к его женщине лезешь. Титьку, блядь. Ну-ка, что такое? А? Ну-ка, блядь, пиздоди. Он лезет. И ко мне, и к ней, конечно. Бабьё. Как нахуй сейчас вообще? Нет, это бесполезно. Помоги, не поможет. Я гад рыжий, все. А тогда она тебя перепьет нахуй, да и все. Да, и все. И все, пиздец, нахуй. Победите. Ладно, Киса, все, давай мы уехали. Давай до воскресенья. Воскресенье, блядь, жди здесь. Да, здесь. Да, собаку ищите, блядь, может, собаку возвращать. Здесь. Все. Ну все, давай, мы поехали. Садись, рыжий, иди, давай, паскуди, блядь. Блядь, Танюшка, ты зажим, блядь. Он говорит, расплачиваться натурой будет, прикинь. С тобой? Да. Натурой. Буду расплачиваться натурой. Я натурал. Да зайки ты моя, хватит тёпкать. Да, все. Ребят, ладно, поехали. Дальше, нахуй. Все, Киса, вот Киса с подарочками пошел. Ну. Рима, еще раз спасибо огромное. Ребят, спасибо, там еще кроссовки, ребята, потом рыжику привезу. Они у меня в квартире забыл их. Да, ребята, рыжий говорит, что Танька, рыжий сказал? Ну, вы на полшишки. Вы раздену, говорит, и буду дрочить на тебя. На тебя. Да, на полный хуй буду дрочить. На полный хуй. Так, это самое, знаешь, на полшишечки. На полшишечки. Хуй бы носик помочил бы, да? Помакал бы. Рыжий, блядь, ебар, террорист, блядь. Блять, Таньку сейчас возбудит нахуй. А толку никакого нахуй. Я хочу тебя. О, бля, я хочу тебя. Бля, приехали на трубу. Ребят, короче, 13 километров до 101-го. От труб 13 километров. Я хочу тебя. И мы замерили. Сейчас потом есть. Бульдог хуеглок, блядь, дай глоток нахуй, падла. Съебался, блядь. Нечего ждать. Ну когда, что там, Светка? Нормально, был трахотром. А как ты сейчас меня хочешь? Где? Да не, он же. Толян там у себя сидит, нахуй. Сходим, блядь. Все, там снегом замело, видишь, тропинки нет, нахуй. Ладно, поехали, ребята, сейчас дальше, нахуй, на металлопрокат. Голубь он идет, ребята. А это кто? А это кто? О, как он, блядь, забыл его, нахуй. А он в Сибачках сидел у голуби, помните, раньше? Да. Или нет? Или нет? Ставки ставим, блядь, голубь. Голубь, да, голубь все закрыл нас. Голубь! Вот он! Здорово, голубь! Здорово, блядь! Танька, аж, блядь, сейчас целовать голубя будет. Это маленькая, привет! Привет! Как дела-то, голубь, у тебя? Потихонечку. Ты где живешь-то сейчас? В матери. А что, металл ходишь? Чистенький, за сигарет. Кого видел сегодня? Вот. Чили дали. Кто? Дай ему сигаретку пачкать. Курить хочешь, что ли?
палку нихуя какую-то, блядь, где-то взял. Ой, какой чистенький, блядь, смотри. Он мама живет. Сенька вообще. Сенька very much. Помнишь? Да. Опачки. Кого? А где он? Где? Вон они, как а, халтуришь, что ли? Да я как халтурю. Солнышко, как ты поживаешь? А ты что? Не угостишь. А? Сигаретка, мы вам голубь дали пачку. Да, да, да. Как? Ты сейчас где живешь-то? Как, дома, дома, подожди. А ты да, да, у меня рука все еще. Это... Домой вернулся? Домой вернулся, да. Ты нихуя трубу нашел где-то нахуй. Ладно, поехали там голубь. Ладно, все, давайте. О, голубь там, бульдог. Все, давай, что все здоровье, все такое было. Вон там. Вон, вон, они это, ты сейчас да? увидишь, проезжают. С кем они там? Они с этим, с Мишкой Губошлёпом. Мишка Губошлёп. Они, короче, халтурят, они снег таскают. А, ну все, понял, сейчас поедем, давайте. Голубь пока. А что? Ты слышал, голубь вообще не пьет даже пиво. Да, молодец, голубь. И пей. Он завязал, даже пиво не пьет. Ну, вот он так говорит, раз и выпил нахуй. Ребята, едем, где бульдог подхалтуривает с Губошлёпом. Женя Губошлёп. Я хуй, посмотрим сейчас, почему Губошлёп, блядь. Я ж не знаю, блядь. Женя Губошлёп. Да. А вон они, видите? А, он это, с этим дедом пиздел, сразу, помнишь? Вот нихуя он где, блядь. Дед заболтал бульдога, видите, блядь. А, вот бульдог. Что любит бульдог? А нам некогда, мы даже не оборачиваемся, вот так, понял? Ну, Женька Губошлёп, бульдог. Шлёп-шлёп. Кинул на голову, надо было. Чё? Не выпался, а? Халтуришь, что ли? Ты чё не выпался? Что ты мне сказал? Пошёл нахуй. Когда? Это ты не пошёл, ты мне сказал нахуй пошёл. Ты пошёл. Ты с каких хуёв ты мне сказал, ты пошёл нахуй? Я тебе сказал. А кто, блядь? Дядя или тетя, что ли? Тетя. Тетя, блядь. Хуятя, блядь. Не тетя, блядь. Сопли вытирай нахуй, блядь. Я ебет нахуй, закусывать им не будешь. Вот так вот. Все, блядь. Че такое злой-то, блядь? Ну хуй, блядь, нахуй послал, блядь, из того, что я спросил, где пахнет. Когда? Приезжал, не приезжал, он пошел нахуй. Когда? Говорит, а вот так его заходил туда, заползал. Сколько хуёв там, меня нахуй послал, блядь. Может, не он, может, гномик? Да кто, блядь, тот, что ли, блядь? Тот хуёв там сидит, блядь, он вообще нахуй слово на тебя послать. Он, блядь, нахуй. А он тише, люди, ради бога, тише. Ты меня рыжего туда сослал. Паша. Я тебя спросил, где Паха приезжал, не приезжал, приезжал, сказал, пошёл нахуй. Не знаю. Кончится, блядь, тебе не стало. Женька, достань пузырёк бульдогу. Погнал, что ли, нахуй? Рыжего, ты мне нахуй. Какого? Толяна, что ли? Вылез на Эльзиму. А что? Не можно. Ну, где, а мы здесь не туда... Ну, что ты это, с Губошлёпом, что ли? Как, почему Губошлёп погонял у него? А? Почему погонял Губошлёп? Не знаю. Я ему не давал, ты погонял. Губошлёп? А кто там? О! Таня Вячеславовна, или как? Это не Вячеславовна, Борисовна. Борисовна я. Это, пока. Мне надо, короче, туда нахуй соберу, я денег надо. Мы только что были там на сперму. Нет, тут что они там? Я сейчас езжу деньги сниму, пока гребить здесь будешь. Да, я буду гребить. А ты что, бесплатно что гребешь-то? Бесплатно гребешь? Там не гребешь, там. На натур, а? Это, и да? Ну дай ему соточку, да, я тебе сейчас сниму, дам. Сотки заедешь, езжай, и встаешь в сквере. Ты что, падла, не ждал-то сегодня? Они там порядок навели, нет? Нет, а хуй тебя не было. Они меня ждут, пока я там порядок навели. Слышь? Они хуй там ждут, нахуй. Мы на стопик заехали, блядь, им, блядь, выпить, покушать собакам, им покушать, ну все. Рыжего там много. Нету, нахуй, уже. Его или съели, или тоже прибрали. Мне кажется, его съели, мне тоже показалось. Съели, да. Я что, они его съели, конечно. Вас порвут же, блядь. Я туда больше не поеду на сутку, я туда на сутки. И нахуй туда. А нахуй ты деньги взял тогда? Дай-ка деньги, я теперь поеду. Давай, нахуй. Где? Паша, здесь мелодрама целая, один другому рисует. Ты что, я ее с тобой таскаю, ты что? Где цешка-то? А ну-ка покажи. Вот. О, блядь. На месте все индикаторы, все, что нахуй.
Я ничего не пропил, а то сказали, блядь, что пропил, нахуй уже. Нет, тебя... Все, блядь, ладно, верю, малыш. Ладно, иди убирай снег, а то еще там нету, блядь. А то там женщина... Вы что, это самое, плохо? Так ты что, ты уже работаешь, пошел? Ты на супер уезжай. Там это все заслали мы там. На работу мы сейчас съездим. Сейчас съездим. Бульдог. Сейчас гребите, мы сейчас съездим, потом подъедем. Гребите здесь, мы сейчас подъедем скоро. Давай, ну. Все, иди Губышеву помогай. Почему Губышев там? Губышев? А кто ему дал погнал Губышев? Нет, у него губки полненькие, видно. Да? Ну что, приедете? Да-да-да, приедем, давай. Сейчас поедем, поищем брата родного. Давай, все, иди. Я потом еще делаю. Давай, девок, давай. Давай, Женьке Губышеву привет. Женьке Губышеву привет. Ребята, поехали брата родного искать. Брыжики, ну, чё? Снег, Андрюха, снег весь за борт туда. А к соседям? Так я предлагал им еще. Ну и все, нахуй, кидай туда, нахуй. Ну, говорю, чекушку садить не будут, я буду. Ладно, все, давай, поехали. Женьке Губышеву привет. Да, бреем, давай. Женька Губышев. Женька расстраивается и говорит, меня Губышев обязать. О, блядь. Приехали сейчас, пошли к Иисусу, вы видите, как ребята как живут. Выставили тележку на дороге стоит, блядь. Сейчас зайдем, блядь. Иди нахуй, блядь. Ловко идет. Одни рыжие, но. Все. Все. Видите, тележка стоит на дороге, блядь. Все. Фу, уху, езжай. Ёбаный, блядь. Блядь, чё, крышка не может тянуть. Ёбать, мол, ещё я топор ещё, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Что случилось, нахуй? Так, мамик! Кто? Ебать. Так, тут никого. Они... Ребята. Мамик. Здравствуйте. Давай, водочки. Бегом, я сказала, отсюда из дома. Бегом. Не ругайся. Давай. Я тебе полку возьму. Не, да не будем здесь сидеть, не переживай, давай. Вон тебе водочки, посиди, все. Погреби. Да? Дом снимается с тобой, видно будет. Да, прикажи, я тебе дом, то что ты дом снимается, видно будет. Иди отсюда. Он мне показывает, да, адрес твой, блядь. Ну, ну. Все, совсем убрел. Ты что, дубки, что ли? Ну что, как дела-то у вас? На. Что-то холодно у вас, блядь. Мерзну, нахуй. На, вот тебе, возьми. На, возьми. Возьми, хлеба купи здесь. Возьми. У меня есть хлеб. Ну, блядь, возьми, да, еще хлеба купи. Дай Иисусу тогда. Дай Иисусу тогда, вон. Иисус, возьми тебе. Вот Иисус. Почему? Пойдет. Обойдется. Вот, Таня. Вовчик, наливай хоть бы, прискани. Че, где рюмки? Где рюмки, Таня, командует? Ты не командуешь? Где? Мать, где рюмки? Так вы втроем так живете здесь? Мать, где рюмки? А киса где у вас? А киса сейчас, раньше же тоже жил. А, киса сейчас. Не, он раньше же здесь жил. Как? Я помню, летом, помнишь, когда с Мишкой приходили? Нет, он просто приходил. Приходил? Приходил, вот. А? Нет, он не ходил. Ты что, сегодня ходил сегодня куда? Нет, на это? А? Не кисом жил? Не, он приходил, мы здесь. Ты ходил сегодня на металлопрокат? Не кисом. На металлопрокат-то ходил сегодня? Сегодня? Нет. Что, сегодня отдыхаете, что ли? Нет. Этот, как он? Ну давай ты тогда поухаживай, что наливай, ты это сам? Поухаживай. Че, давай, мать, нахуй, рюмку мне, нахуй. Че ты, блядь, нахуй, сидишь? Хозяйка дома, нахуй. Давай, задницу поднимай. Не буду, не буду. Как зовут? Ну, бляха, у вас тут холодно же, пиздец. Давай. Да? Холодно, говорю, у вас тут пиздец, даже, блядь. Дед, давай, нахуй. А? Задницу-то поднимай. А, только забили? В доме, нахуй. Давай рюмку, нахуй, поднимай, нахуй. Вот, я там была. Рюмка только, я не команду. Да хочу не хватит, наливай, что ты? Давай наливай. Что ты же, блядь? Пошел. Давай, наливай, что ты, блядь? Наливай, что ты, блядь? Да, боится, блядь.
Ох, сука, блядь. Ну ты что, Иисус, не болеешь? Не болеешь, говорю? А то что, я в последнее время еще не видно тебя. Постоянно на дороге попадался, так я тебя помнишь, давал ты? Ты хоть помнишь меня, нет? Мишка, мы в месяц попозже ездили в Новгородку. Да? Нет, в больнице я лежал. Ты в больнице лежал? Что у тебя случилось? Я ну я понял, что у тебя их... Никто. Я чисто... Но это давно уже было. Тебе тут меня по жизни надо. Почему-то. Молодец. Молодец. Вот это ты правильно говоришь. Человек должен сам забраться. Руки, ноги есть, правильно? Да. Вот это. Все, давай на Ой, сейчас приедут эти. Ой, сейчас выпивка будет, сейчас закуска будет. Что там будет там? Какая закуска, какая выпивка? Нихуя не будет. А они только ждут нахуй. А кто кто-нибудь что-нибудь принесет? А? Мамик, ну-ка смотри мне в глаза. Ты что, с кем ты разговариваешь? Рыжий, пожалуйста. Ручи. Кому говорю? Мамику, она не пьет? Они не пьют. Да я тебя не снимаю, не переживай, что ли? Вырежу тебя, не переживай, вырежу, сюда вырежу, вырежу. Не увидишь, иди, не буду тебя снимать, видишь, не снимаю. Я тебе обещаю. Да. Не будет у тебя нахуй камеры, не будет. Раз. Да. Когда мы в Пише были. Так я тебе, мы пришли в гости, ты мне так встречаешь, ты мне сказать, не снимай, спокойно меня. Так гостей нельзя встречать. Все, иди, я тебя вырежу, не переживай, не попадешь, вот. Мужики попадут. Сказал бы. А вот но. Мужики мой. Ты какая-то, блядь, прямо, Саша, накинулась, блядь, прямо. Ой-ой-ой, блядь, все, мерится. Вот так. Вот так. Мамик, мы вот такие большие, и мы вот такие, мы вот такие. Никто нас не сломает, никто не сломит, и никто нас так, не заберет. Житель подземелья, нахуй. Житель подземелья. А нам похуй. И давай стопку полную! О, бля, рыбал стопку, бля! Вот нихуя загулял, бля! По жизни должна быть, по нашей. Никто не сломает! Не, я с рулем. Я... Держи! Жень, давай жень, нахуй, загоняй стопку! Похуй! Лей, да и все! Лей, чихачущая крепкого вина! Пока нету, бля. А что, у вас так нагревается вообще? Дом тут раскочегаривается? Тепло будет? Да, так. Целый день запить. А, да. Потом быстро, наверное, вымерзает, сколько у вас тут. Ну, немножко. Ну все, вообще, поехали тогда. Поехали, оставляй водочку, пускай. Ладно, мы поехали тогда. Поехали, вовчик. Давай пока. Так, давай пять. Вот она. Сука, уйти. Ой, все, за руки-то чище, чем Вовки. Да. Пять. Мамик. Какие хомы у тебя? Ладно, мы пошли. Вовчик, пошли. Давайте, Иисус, пока. Я так и не познакомился с тобой, пока. Артем, давайте. Иван, все, все, пошли. Лежи. Все, до свидания. О, ребятушки. Охуенно, блядь. Лежи, закрой двери. А ну нахуй, блядь. О, ребята, вот так вот люди стесняются. Ну что, куда пошел ты, Жека? Рыжий, падла. Коляску хочет пиздить, на. Рыжий, сиди, коляска! Падла! Отдай коляску, им сломаешь, ёб твою мать, не твоя же! Рыжик, падла! Отдай коляску! Пошли! Рыжик! Пошли, Рыжий, поехали брата родного искать, нахуй! Паскудник, нахуй! Сейчас Женька, блядь, пиздит еще. Пошли. Это такой Рыжик, подскуди. Пошли. Конюшка там у тебя уже соскучилась, наверное, по тебе, блядь. Ребята, Рыжий бабку хочет убить, которая в доме была. Это застанет, что ли? Ай, сука, соседи. Че, она охуела, что ли, бабка-то, да? Как чем я там, кочергой? А че дома-то был так, не говорил, Рыжий? Ну, а? О, блядь. Скажи, она могла знать, что знать, а, Рыжий? Да, моя стоит. Работа, блядь, Титан, магазин Титан, нахуй. Пацанам с Титаном салям, нахуй. Да, Рыжий? Привет, привет. Ай, чё, не сделай, нахуй, блядь. Не сделай, просто. Смонаиль тоже привет. Привет, Рыжий, блядь. Рыжий, чё, бабка-то охуела?
Ну ее нахуй, ты бабка. Ебаная, она дурит, там маму потеряла. Сучка ебаная. А че рыжего нахуй послал? Ой, зачем бульдога нахуй послал? Пошла, сучка, ебаная. А бульдога че нахуй послал, зачем? А и пошла он нахуй. Ну бабка-то вообще охуела, да? Рыжий. Да, так бабка охуенная, есть бабка. Охуела вообще, да, там, сука, в доме-то, блядь. Да, сука, сука, не хотите работать. Кочергой ей надо, да? Рыжий. Кочерго. Вот, сука, вот. А бульдога нахуй послать? Да иди, сука, блядь, кочергу на машину завезла. Ну а что, это бульдог? Бульдога-то нахуй пошлем, нет? Смотри его там. Бульдог пошел нахуй. Смотри, я тебя не боюсь нахуй. Пока тебя нету, блядь. Зверь, блядь, разбушевался нахуй. Вот сука, рыжик, блядь. Бабка тоже охуела, да? Да бабка, она там нахуй, она дурна какая-то. Ебанутая, ебнутая. Я приехал, я просто хотел. Да. Вот, присесть, выпить с ней. Ау-гау-гау, ау-гау, ау-ау-ау. Ты хоть кочергой пизди, да? Ой, сука, я кочергу. Ой, хули, кочерги нету, бля, все. Сдали. А бульдога... Бульдога... Все сдали, говорит, кочерги нету. Бульдога нахуй пошлешь еще, нет? Чтобы, сука, не лазил тебе, да? Пошел он нахуй. Ладно, ребят, пошел Таньке зарплату снимать с карточки, хули. Ну что делать, бля? Таньке зарплату же надо, бля, платить нахуй, ребят, как не крути. Танюшка зарплату получила. Рыжик даже немножко выхватил у Танюшки, да? Танюшка счастлива. Все, ребят, едем. Поехали сейчас, ребят, к Андрею зайдем, бабулюк. Танюшки, приехали на старое место. Танюшка, говорит, раньше как хорошо здесь было, да, Танюшка? Да. Через дорожку, говорит, перешла и уже тут. Да, все. А, че? Иди сюда. Так можешь рыжего, наверное, спать надо положить, нахуй. Пошли, брат, его машину. Пошли, машину его. Пошли, рыжий, пошли в машину, нахуй, баиньки. Танюшка, давай, поухажу за ним. Мы сейчас до Андрюхи сходим. Тихо, блядь, рыжик, нахуй. Ну, давай. Вот, давай, уже как он. Я, рыжий, пошел там, встаню. Да ты бы сейчас сходим, ты... Ладно, пошли. Да нет, как. Все, ребята, рыжего надо мощи повезем, нахуй, хватит. Паскудник, не смог он сегодня. Андрюха! 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 Это Пашка! Слышь, есть он? Ебать, что он творит? Я что, никто не просит, блядь, чтобы сюда заглянуть, что там все сыро, пиздец. Ладно, нету, на, обратно так не приведилось. Ну, поехали, Танюшку везем, да это. Сейчас, ребят, поехали, увезем Танюшку, Рыжика. На сегодня хватит, хуй. Рыжий уже на сегодня как звезда и жил себе. Танюшка, вот привет. Я захожу. Ага, Танюшка. Вы в этот самый, да? Куда подъезд, ты ходишь? Подъезд, там, в этот самый, в промежутке. Я раз-раз, тык-тык-тык-тык, вот так вот свет включается. Сам не надо выключатель, знаешь? А, знаешь, как такие, красиво? Такие. Ремонт конкретный в этом доме, все. Капитальный. Вау, да. Это меня. А ты меня? Это меня. Ну все, ты давай не увлекайся, не сгущенка, блядь. Ну, блядь, целогузник, скажи, нахуй. Да смотри, он, блядь, ко всем липнет. Даже вот, у человека сюда он к ней липнет. Эй, похуй, нахуй. Похуй, похуй. Ну че, 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 че? Он мне сейчас вот три изнасилует. Пальцем. Да ну все, руки помой сначала, все. А там, по-моему, да ну, блядь, натрогай, ты просто. Господи. Нет, это тебе. Это ты добьешь, и тебе... Я не берешь. Ты две пачки доставила ему? Две пачки доставила ему? Конечно. Где ты клопа ложил-то? Вот, вон они. Да. Посмотри внимательно, там две пачки. Ну все, до свидания, Рыжий, до воскресенья, скажи. Может, переделки? Блядь, рыжая паскуда. У меня карие, да. У тебя красивенькие, голубенькие такие, ну. Паша тоже красивый. А, все, пошли, Танюшка. Рыжий, прощайся. Я люблю Пашку. Да, видишь, они всегда, что Пашку любит, Танька. Будешь любить. Будет тебя любить, куда нахуй. Да ты что за жопу, блядь. Видишь, он записывает. Как он в ягре обожрался, что ли, блядь. Спирту охуярился он. Мне кажется,
Надо, Мишка, тебе зарплату еще одну. Все, говори, до свидания, до воскресенья. Всем пока. Скажи, я улетаю нахуй на трамвае, блядь. Все, да. Там Фродушке, Дамирчику привет. Приветик, приветик. Фроду. Фроду. Дамиру. И... Дамиру. Как его зовут? Дамир с Петропавловска. С Петропавловска. А скажи, скажи Дениске, Дениска, блядь. Скажи, в далеких теплых краях тебе привет. Да. Когда меня заберешь, скажи. К себе. Нет, скажи самому главному-то. Кто с нами может? Женька. Женька. Фродо? Нет, не Фродо. Виктор Викторович. Виктор Викторович. Скажи, ну, позвони мне, пожалуйста. Люблю. Целую, звони. Почему ты не звонишь? Да, скорее скучаю. Да, я скучаю, я уже соскучилась. Я скоро поеду в Екатеринбург. Надо встретиться. Все, давай, Танюшка, до воскресенья. Танюшка. Полная зарплата. Все, зарплату получила, блядь. Рыжий нащупался, блядь. Все счастливы, блядь. Люди, все, едем Рыжего, идем домой. Приехали, Рыжего домой привезли, нахуй. Сами пакеты несем. Рыжий, видите, там сорт диска, нахуй. А мы на диске, видите, мы Женьке даже пакеты несем. Вот Рыжий какой охуевший стал, блядь. Нихуя не хочет сам ничего делать. Сейчас он там раздебает гномик, устроит, нахуй. Да, Рыжик? Опа. Опа. Ну, блядь, красиво идет, нахуй, однако. Красиво идет, смотри, опа, оп, 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 оп. Ничего страшного, Рыжий. Вставай. Сейчас, пускай вставим, не надо помогать, что вам, блядь. Мы так уже их для них столько сделали, что они, блядь, уже сами нихуя не могут шевелиться, блядь. Пускай сам... Да вот что, сука, нахуй, блядь, опа. На коленях, говорит, на двух не пойду, на четырех дойду, нахуй. Давай, Рыжий, водку, ставь сюда пакет. Водку, бросай сюда, и сигареты сюда бросай. И два на четырех костях иди. Так быстрее дойдешь, нахуй. Пока раз, два, три, четыре. Вставай, вставай, паскудик, все, блядь. Уж не въебывайся, блядь. Ебать, блядь. Ну, ребята, я не мог дальше подъехать, там снег навалило, так бы его к дому прям подвез, блядь, паскуду, нахуй. Сейчас он встанет, нахуй. Вовка из колен поднимается, нахуй. Смотри, прыжок нахуй, два наскока он в бомболюке нахуй. О, блядь, подожди. Опа, все. Все. Ребята, ему надо было немножко больше перезагрузиться, да, Вовка? Деньги хоть не потеряй, блядь. Сейчас там, видите, вот так вот, ребята. Вовка пьет на работе, блядь, паскудник. Вот, нахуй. Сука, блядь. Нельзя Вовка на работе пить, блядь. Сколько раз говорил тебе. На съемках не пить, блядь, а ты пьешь. Как вообще залазить будет? Ребята, ну сейчас ставьте, блядь, эти нахуй. Как бы это будет, это что-то будет, это шоу будет пиздец, нахуй. Рыжий залазит, блядь, бомболюк, нахуй. Опа. Как он, ребята, залезет? Вот я сам не знаю, нахуй. Опа, он сразу, сразу. Сходу в люк, нахуй. Опа. Сразу, ребята, полез, блядь. Вот это мастерский ход от Рыжего был, блядь. Нихуя себе. Вот это Рыжий, блядь. Вот это, ну. Ребята, блядь, Рыжик. Гномик. Опа. Пришел. Строить, нахуй. Поднимайте задницы свои, ебаные! Тут плюет еще. Плюет от них. Поднимайте меня нахуй! Меня поднимайте! Как он упал резко. Давай, принимай, сука! Залазь! Залазь! Зверь пришел домой, так! Сейчас мужиков бить будет нам. Залазь, залазь. Залазь, сейчас мы тебе дадим тут, блядь, пизделей, блядь. Он застрял, там что-то цепляется, цепляется, смотри, блядь. Цепляется, паскудник, блядь. Сука, не жалко Токину курточку, блядь, нихуя. Ой, блядь, ну Рыжий паскудник, нахуй. Сейчас упадет, нахуй, там. Гномик. Чё? Давай его принимай, иди за пакеты принимай. Иди, принимай нахуй там водку, блядь. Все принимай. Давай, гномик. Иди, принимай. Сейчас, сука. Мертвый, сука. Давай нахуй, пошел. Принимай нахуй. Давай еще пакет тут есть. Давай. Бля, не пролезть нихуя. Блядь, а.
Гномик, до свидания. Давай, давай. Давай, иди. Рыжий, пока. Блядь, нихуя, как спухли сразу. Он, видишь, бетон-то отхуярил уже, блядь, головой. Падло, он уже падает так. Нихуя. Ну все, ребят, как-то так. Всем спасибо, ребята, что смотрите. Пальцы кверху. А мы с Жекой поехали. Сейчас Жеку домой довезу. И сам поехал домой. Жека, говори, пока, да? Все, пока-пока. Все, ребят. Мужики, спасибо всем. Денис, тебе привет. Всем привет. Все, ребята, погнали мы. Ребят, я как обещал, в конце каждого, каждой недели буду говорить, кто смотрит до конца, ребят. В каком ролике, не знаю, но это будет у нас в конце, ребятушки. Кто хочет привет от Рыжего без донатов, первые 10 человек, кто напишет, хочу привет от Рыжего, первые 10 человек получат, ребят. Каждую неделю буду делать, ребят, для вас приятности такие. Так что, видео когда это досмотрите, пишите, хочу привет от Рыжего. Все, первые 10 человек, ребят. Да ладно, что 10, давайте 15, ребят, для вас сделаем. Что, я знаю, многие просят. Первые 15 человек получат просто привет из благотворительности. Так что, ну теперь все, ребят. Женька живет, поехал домой, у нас снег идет, пиздец. Пальцы кверху, ребят. Не забывайте подписываться на мой канал, группу, на мой инстаграм, на инстаграм Бобушков. Ребят, все самое интересное, все там. Пока-пока.